В 2003 году австралийский монетный двор выпустил коллекцию монет, посвященную австралийским волонтерам. Всего в коллекции три монеты. Это 50 центов, 20 центов и 1 доллар. Как вы можете заметить, я являюсь счастливым обладателем полной коллекции. На тыльной стороне всех австралийских монет, как юбилейных, так и неюбилейных, изображена английская королева. Так как изображение королевы обновлялось, соответственно, ее возрасту, на деньгах 2003 года изображен так называемый четвертый портрет королевы. То есть это четвертая по счету вариация тыльной стороны австралийских монет с начала появления на них изображения королевы. На более ранних монетах королева совсем молоденькая. Давайте разглядим каждую монету подробнее. На 20-центовой монете изображен калейдоскоп лиц различных людей. Всего здесь 16 человек. Я не знаю, почему именно 16, наверное, просто больше на монету не поместилось. Хотя у каждой австралийской юбилейной монеты есть свой дизайнер. Поэтому вполне возможно, что в количестве людей на монете есть какой-то скрытый смысл. Конечно же, на монете присутствует ее номинал. И по краю монеты также имеется надпись «Australia's Volunteers Making a Difference», чтобы я перевела как «Австралийские волонтеры вносят свой вклад, чтобы сделать наш мир лучше». На моем канале очень много видео об удивительных австралийских монетах. Если вам интересна эта тема, то обязательно подписывайтесь. Ну и, конечно, ставьте лайки, мне будет очень приятно. На 1-долларовой монете изображена стилизованная карта Австралии. Признаться честно, когда эта монета впервые попала ко мне в руки, я не сразу поняла, что это изображение Австралии. Думала, что это какой-то флаг. На монете находится все та же надпись, что и на 20 центах. Слова «австралийские волонтеры» написаны более мелким шрифтом на самом изображении австралийского континента. И в отличие от большинства надписей на австралийских деньгах, они не выпуклые, а напротив, выгравированы на монете. Пожалуй, самая интересная монета из этой тройки – это 50 центов. Монета достаточно крупная. Она не круглая, а имеет 12 сторон. В самом центре монеты указан ее номинал, вокруг которого идет надпись «Австралийские волонтеры». По кругу монеты изображены различные сферы деятельности, в которых задействованы волонтеры. Здесь и пожарные, и спасатели на пляже, и много-много еще других сфер указано. Вообще, волонтерство в Австралии очень популярно. Как раз в 2003 году правительство подсчитало, что более 4,5 миллионов людей задействованы в волонтерской деятельности и бесплатно трудятся на благо австралийского общества. Кстати, практически все сотрудники австралийских секонд-хендов, которые я очень обожаю, и делюсь, кстати, на своем канале своими находочками в них, так вот, практически все сотрудники там волонтеры и работают совершенно бесплатно. Ну, давайте немножко еще расскажу о стоимости данных монет. Все из них были выпущены достаточно большим тиражом. Более 13 миллионов 50-центовых монет, около 7,5 миллионов 20-центовых. И самый маленький тираж – это у 1-долларовой монеты примерно 4 миллиона. В Австралии средняя цена за бывшие в обращении монеты, как у меня, примерно от 3 до 6 долларов за монету. Ну и если продавать эти монеты за пределы Австралии и тем более уж полной коллекции, то, конечно, стоимость значительно увеличится. Большое спасибо, что вы досмотрели мое видео до конца. Увидимся в новых роликах. Пока-пока.